Добрый день, друзья! Интернет-магазин «Электронов» сегодня познакомит вас с бытовыми или кухонными весами SF400. Максимальный взвешиваемый груз 7 кг, допустимая погрешность плюс-минус 1 грамм. Весы питаются от двух батареек. Сейчас я вам покажу, где специальный отсек. Две обычные батарейки. Чтобы не тратить время, сразу мы их включим. В весах три кнопки. Кнопка включения on-off. Видите, первоначальная процедура установки. Весы устанавливаются в ноль. Весы могут измерять как в граммах, так и в унциях. Переключение происходит с помощью кнопки, вот английские буквы моды. Что могут эти весы? Ну, прежде всего, взвешивание должно быть с точностью плюс-минус 1 грамм. Сейчас мы давайте проверим. У нас есть набор гирь. Начнем с килограммовой гири. Ставим на весы. Обратите внимание, в пределах вес допустимой погрешности. И дальше будем продолжать мелкими гирями. Итак, гиря 200 грамм. 200 грамм. Гиря 100 грамм. Дальше уменьшаем вес еще два раза, 50 грамм. Теперь мы переходим к мелким гирькам. Они, может быть, не совсем типичны для этой модели весов и более предназначены для взвешивания на ювелирных или, скажем так, весах, которые на 100, на 200 грамм. Но попробуем. Итак, 20 грамм, 21, 10 грамм. 10 грамм. Весы взвешивают в пределах допустимой погрешности. Следующий режим, который мы рассмотрим, это режим взвешивания старые. Гирьки наши хранятся в специальном ящичке, в коробочке. Ставим ее сюда. Обратите внимание, показывается чистый вес тары. Обратите внимание, кстати, на будущее еще, что при смещении вес могут меняться, поэтому желательно ставить центр. Итак, нажимаем кнопку тары. Вес обнуляется, но в памяти он остается. Убираем тару. На экране вес с минусом. Теперь давайте положим сюда гирьку весом 100 грамм и посмотрим, что покажут наши весы. Обратите внимание, в пределах допустимой погрешности у нас показывается вес за вычетом тары. Что еще? Кстати, режим обратно убирается той же самой кнопкой. Что еще можно сказать? Выключаем весы. Обратите внимание на толщину этих весов. Они очень легкие. Для чего мы вам об этом говорим? Сейчас продукты достаточно дорогие и, к сожалению, бывает не совсем добросовестные продавцы на рынке, поэтому благодаря очень малой толщине и легкому весу вы можете спокойно положить эти весы в сумку, проверить вес продукта, который вы покупаете, и с точностью до 1 грамма, если вдруг, ну, скажем так, вас попытается обмануть, вы сможете быстро вывести на чистую воду, потому что никому не охота переплачивать. Поэтому и в быту, и на рынке весы SF400 всегда вас выручат благодаря своей точности, размерам и функциональности. Спасибо за внимание к нашему каналу. Подписывайтесь и до новых встреч!